Презент тут небольшой от подписчиков приехал. Так что сегодня будет рубрика «Раскорябки». Короче, вот такие вот колоночки мне один подписчик прислал. Хорошенькие. Это у нас... Что же это у нас? Я же забыл. От этого, от маяка. От маяка. Ну, сохранчик такой неплохой. Больше всего мне понравились вот эти вот тряпочки. Прям красиво смотрится. Надо будет их как-то отмыть. Прям так, чтобы они прям хорошо отмылись. Это, я думаю, наверное, с помощью ваниша займусь этим как-нибудь на досуге. И прям такой звук винтажный, красивый. В общем, понравилось, как они играют. Ой, ну а что у меня тут такого случилось сегодня? Смотрите, пацаны, то есть сейчас расскажу. Вот есть такая канди, она на 6 килограмм. Бак вот такой. Есть абсолютно такая же канди. Абсолютно такая же канди. С абсолютно идентичным баком. Это которая смарт серии. У нее загрузка, я даже врать не буду, сейчас покажу. 5 килограмм. А здесь сейчас я внедрил абсолютно такой же бак, как и там, только на 7 килограмм. Вот ровно с таким же форм-фактором. И такой же машинкой. В общем, я ничего понять не могу. А, кстати, вот та машинка, которая смарт, которую я перед этим показывал, она есть еще в форм-факторе, ну, покороче. Ну, 33, по-моему, 34 сантиметра. Ну, сильно короче. Я ее полностью утилизировал, потому что она немножко не нужна. Хотя, подождите, вон она. Короче, суть не суть, но вот, по сути, поуже он чуть-чуть. Ну, прям ощутимо поуже. Для сравнения, этот прям больше, сильно больше. Вот, если что, он вот так вот внутри выглядит, когда его распиливаешь. Так вот, смысл в том, что смысла нет. Смысл такой, что один и тот же бак форм-фактором, то есть один форм-фактор бак имеет килограммовку от 5 до 7. А что тут? Вот, пожалуйста, еще кондюха у меня. Вот. 6 килограмм. То есть, а вот форм-фактор у всех одинаковый. Ну, вот. Что там с маркетологами происходит? Что они там курить начали? Для меня загадка. Кстати, надо выяснить, что с ней. Что-то она там ошибку выкидывает. Вполне возможно, что она даже появится на обзоре, если я ее починю. Это не точно. А, ну еще, если у меня будет время, Хиггинс 7-килограммовый будет, так скажем. Ну, сейчас выйдет на нее обзор. И если я смогу, если мне позволит карта памяти, я сниму разбор. Может быть, просто какую-то краткую инструкцию сниму. Посмотрим, как получится. Кстати, машинка сильно напоминает внутри Samsung. Хотя, чего она там только не напоминает? Короче, тварь божия та еще. В общем, на основном канале 49W ищите этот видос. Он должен выйти вот прям скоро-скоро. А, ну да, еще из хороших новостей. Методом перебора имен самую младшую специалистку выяснили, как ее зовут. Ее зовут Мурка. Свозили ее в ветеринарку. Оказалось, что это не молодая кошечка, а ей уже 4 годика. Ну, кто-то ее, видимо, выбросил. Ну, вот как-то так. Звать ее Мурка, короче. На Мурку она прям очень хорошо откликается. Ну вот и все из новостей. Что будет дальше, посмотрим. Ну, вроде как, пока все хорошо. Пирожочек. Да не выходи ты. Ну, вкусно. Он тебя боится. Я не собираюсь выходить.
пирожочек с яйцом и луком. Очень даже ничего. Он тут тоже грызет. Тоже он пирожок взял. Я пошел. Я пирог испек. С утра не спал, пироги стряпал. Лапу, смотри, как держит. Ух ты, деловая колбаса. Приколюхи. А тут, смотри, унес кусок пирога. Потому что я пойду на крышу поем. А тут всякие летают. Молодые, мне кажется, еще, да? Ну, дюбель маленький, да, молодые еще. Боже, блин, как же это все взять-то в рот? И еще вот тут валяется. Ой, скажи, да рук не хватает. Кто ржет? Кто здесь? Ты как же ты? Хомяк. Я хомяк. Вот так все собрал. Скажи, пожалуй, я тоже. А тяжело. А тот тоже с куском ходит, смотри. А так и ходит с ним. Сейчас, подожди. Он попустил его. Там большой кусок он с ним. Нет никого. Видишь, какие. А мне неудобно так руку держать. Две, скажи, на кусочек. Черный весь такой красивый. Они красивые, они еще и умные. Это есть. Открой мне окошечко. Я ему через окошечко. Дети голодные. Опа. Опа! Опа! Дары с небес падают. Так, никто не видит. Кто да здесь? Кто здесь? Что это? Откуда? О, еда. Еда. Оу, е. Скажи, валим, валим, валим. Блин, куда свалиться, скажи? Эй! А тут тоже он с куском. Я туда подальше сяду, а что-то не то. Этот с куском только гуляет. Пизнулась нафиг кожаные. От греха подальше.